V2 кроссовер. Картель услышал, что вы приближаетесь, поэтому приложил немало усилий, чтобы переместить свой тайник с оружием, распространившись по своей защищенной территории. А также у них есть несколько ракет, которые имеют стратегическое значение для их защиты. Цель 1 – найдите и уничтожьте все их тайники с оружием. 2 – найдите и уничтожьте все ракетные установки. В общем, боеприпасы, похоже, будут ящики. За ними красными точками. И еще помимо этого ракетные установки. Подсказки. Реактивные ранцы заминированы. Вы были предупреждены. Уж нельзя трогать. Надеюсь, тут не будет массовые полеты какие-нибудь. Ну, сейчас посмотрим. Так, вот сама карта. Немного зараза не попадает целиком. Вот как-то так. Так. Вы были предупреждены. Важно. Играйте в команде и получайте удовольствие. В общем, короче говоря, какой-то картель. Территория напоминает вот эту обычную джойн даже, так сказать. Операцию Тайфун или эскалацию. Вот такая местность с каналами. Это вот оттуда взято. Командная точка, точка. Причем тут мотоциклы стоят. Протоки разные, точки. Б, С, Д в протоках. Сектор протока. Вот городок Е. Видишь, много улиц. Снова проток. Вторая зона проток. В общем, первая зона проток, условно будем так называть, АБЦД. Городок Е. Вторая зона проток. ФЖХ. Ну, можем в любом количестве брать. И еще какая-то зона. Небудь какой-нибудь командный пункт. Вот и, наверное. А тут у них тоже авиация, что ли, какая-то стоит. Вот это вот самое хреновое место. Ну, короче говоря, вот такая карта. Так, вот такая карта. Ну что, приступаем, короче. Так. Подожди. Говно! Так. Сейчас сделаем как нужно. Так. Ну да. В принципе, тут можно и так понять все даже без перевода. Так, ну что тут? Вот не было бы летающих объектов, самое хуя. До точки А-то недалеко. Ну тут палатка с арсеналом. Так, вот мотоцикла два стоит. Так, ну чё, сейчас поедем. Совсем... Ну что, давай сюда. Просто, блядь! Ну, зараза. Ты сука. Слушай, точка-то вон там. Ты сука, охеревшая. Давай их снимать. Ты вон там КПХ, видишь? Я даже не знаю, сколько... Да мало, 48 метров. Мотоцикл, наверное, будет потом. Пригождаться пока-то. Плохо, что звуков нету. Какая-то мертвая тишина, вот мне нравится. О, блядь. Стоп. Кидай парализатор, надо сейчас КП убрать. Блядь, да где КП-то? Что-то тут херово, куда они идут, блядь? Все, пизда. Спрятали, падлы. Так. Специально сделали подальше. Будка, вот это не у будки, а вот дальше сделали.
там дело хреново. Надо как-то обходить. Хрен в упор пройдешь. Потому что очень ожесточенно долбаются. Ну, ладно. Да блять, сука, ты ёбаный в рот. Хрен просто так пройдешь, короче. Так. Да, в упор видишь, ничего-то не получается. Что делать? Циклов только две, два, к сожалению. Какой-то сразу прорваться, давай я сходу. О, блядь, сюда. Что я взял? Еще там помимо стационарных, еще там и бегают какие-то гады. Ну сейчас ждем, пока захватится. Сейчас, секундочку. Все нормально. Видишь, гады. Не, а мышцы пока не рабочие. То есть нормально не могу даже с ней действовать. Съебаться. Поймешь как. Ну-ка давай-ка. Так, ну я не знаю даже. Тут, в принципе, как угодно можно. И так, и сяк идти. Короче говоря, тут надо по будкам этим двигаться. Там тоже небудь вон боеприпасы в той будке. Видишь, короче, тут по будкам надо идти. Ну надо захватывать КПХи, короче. Потому что... Будут валить иначе. Ну да, во всех будках что-нибудь да, лежит, короче. Надо двигаться. Дороги тут проложены. Цели все отмечены. Ух ты, блядь. Ну, там какая-то стена вдалеке показалась. Так, их понятно... Сука. Вряд ли их тут много находится. Но... Да блять. Вот эти пидоры опасны. Которые в воде, видишь, тут в воде купаются. Ну чё, меня шибануло из записи? Да. Там мразь где-то, ну-ка давай.
Они там, видишь, уток везде сидят. Ух ты, блядь. Толком, видишь, еще не работает колесико. Приходится съебаться с колесиком, непонятно как. Ну давай, господа, парализатор. Блять, какие-то. А ну все, нормально. Взяли точку Б. Так, точка Б взята. Туда вот бы за эту речку, за эту, вернее, протоки бы смотаться, там надо вот уничтожить. А потом туда и пойдем к точке С, наверное. А потом уже между. Да еще точку Д надо будет как-то взять. Ну посмотрим. Потом пространство между ними подзащит. Слушай, тут какой-то ангар. Вот они там в ангаре что-нибудь дохранят, короче. Там, кстати, ракетные установки. Ты, блядь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Видишь, приходится возиться с наводкой по 100 лет. Потому что не работает вообще колесико. Тут вот стоит у них, надо вот, кстати, глядеть внимательно, чтобы запись шла. Ну-ка, стоп, стоп. Да блять, ты пизда. Хрен, видишь, хрен знает, какое расстояние они валят только так. Так. Там какой-то город, наверное, за стеной, похоже. Обычно всегда это так. Мост, смотри, как качается. Угу. Воду было лень сделать. А, нормально. Колыхалось. Все, успокоились. Успокоились. Так, ну чё, к ракетным установкам надо мотаться. И какие-то интересные таких. Я видел такие ракеты. И, блядь. Ну всё, пизда. Чё, продолжать надо? Вот это направление идти. Да. Блять, что-то тут здорово ехать. Ну, давай за дерево. Или эти конвои, видишь, вылез. Сука, с неисправной мышкой. Все очень хуёво. Слушай, хрен пройдешь.
сюда надо к этой будке сказать. Расстреливают вообще за будки этой. Ну, давай сейчас сходим. Давай. Если пришли, давай подорвем. Тонны патрулей, смотрю. Вот эти все ящики показываются. 25 штук их было всего. Так, ну что тут в этом ангаре-то есть? Нет, тут пустой, как ни странно. Там поди точка Д. Слушай, вон, подожди, подожди. Как случай негодяя этого не уничтожить. Так, а чё, где ящик-то? Нет, не в ангаре. Короче, он тут был. Видишь, они тут около этих будок. Ну, в будках ящики тут. Все там попрятались, сволочи. Еще надо зурать. ЗРК, ЗРК. 22 ящика. Пойдем ЗРК ликвидируем. Вид такой у него. Похожий на обычный или какой-то немного отличающийся. Хрен пойми. Какие-то зеленые. Ну, короче, давай ликвидируй обязательно. Где? В общем, получается 25 ящиков и 10 ЗРК надо ликвидировать. Такие работы надо, как говорится, вести. Я надо к точке С направляться. Там еще вот, ну короче, по всему сектору надо, короче, метаться, уничтожать. Эту зону 1 надо прежде всего зачистить. Только стоп, стоп, куда понесся-то? Там я уже вижу гадов. Блять. Что-то далеко. Как снял. Здесь же можно по протокам бегать, кое-где-то открываться. Да, шпарятся поначалу здорово. Там видно везде плохо. Там говно стоит. Хорошо. Подорви сейчас его. В каждой будке, да, по ящичку. У вас один ящик. По протокам безопаснее ходить. А вот, кстати, есть карты, где вот где протоки высохшие. Конечно, вид страшный, но зато, вот, кстати, ЗРК показалось. ЗРК там могут где угодно быть.
Интересно, они отмечены хоть точками-то? ЗРК или хрен там. Пойми. Он их вообще как-то отмечал. А ну, короче говоря, вот какая идея. Все, что внутри будок, это, короче говоря, боеприпасы, а все, что стоит открыто, это все исключительно ЗРК. Короче, вот такая вот история здесь. Наверное, и во второй зоне такая же будет. Он из бушка. Так, осталось 8 ЗРК. Ну, потихоньку, полегоньку. Так, тут никого. Сейчас подрываем. К сожалению, кончились уже боеприпасы. Так, короче. Слушай, там вблизи точки А что-то есть. Ну давай туда смотаемся. В тот, что ли? Тут где-то вот там склад затаился, короче. Дай бы туда смотаться. Потом надо выдвигаться в сторону точки С будет. По пути два ящика. Еще там один будет, короче. Ну так-то зона 1 уже близка к зачистке. Так, стоп, а куда идем-то? Правильно? Вот сюда надо. Так, плохо. Да давай, Паш. Ну зачем отсюда-то? Струму из точки А. Так, ну чё, посягаем дальше. Пизда, видишь, уже они тебя засекли, так расстреливают. Да, как-нибудь их обойдем, что ли? Фиш, плохо видно там. Когда было бы много народа, можно было бы просто рассредоточиться по пустырям, по пустышам этим додолбатикам в разных направлениях или лечить. Да, ну такая тоже тонкость этой карты в том, что в этих густых этих деревьях. Это по мотивам даже, честно сказать, операции Тайфун сделано. Там любят такие деревья. Все в дереве, там вот десанта практически везде. Так, пошел. Давай, давай. Где вход? Сволочи. Так, нормас, нормас. Подходим. Там уже пустоши пошли дальше. Все нормально. 19 ящиков. Короче, я задача тебе пробиваться к точке С надо. Тут все абсолютно вычищено, все, что только можно. Да, наверное, по мосту безопасно перейти так. И давай на пролом, что там то возиться. Хотя вот такие деревья, они только из эскалации могут быть вот такие, как это. Так что, конечно, это как бы по мотивам больше эскалации, чем обычной операции Тайфун. Ну, факт остается факт, что вот идея-то такая. Так, давай сейчас подзаправимся.
пойдем к точке С. Только там гадина. Эти, сука, не работает прицел. Пизда, прицел практически не рабочий. Так, вот там. Во! Мы там тоже. Надо их уничтожить. Тонны гранатометчиков. Так. Сука. Сметает. Так, ну-ка давай-ка. Остался последний. Все нормально. Да там точка Д, наверное. Да конечно, карта, она-то тоже такая непростая. Ну, по времени тоже надо в нее время. Так, там что-то подорванное. Так, подожди, надо. Так, стоп, а где тут? А, блядь, сука, ты ебаный в рот попал туда. С точки А, смотрю, что-то не того. Куда, блядь, попал, думаю. Так. У Рейзера ёбаного хорошие так-то продукты. Но вот видишь, то, что всё, сука, колёсико окислилось и ничего не накинуло. Можно, конечно, попробовать чинить, но тоже, да, на свой страх и риск. Да, блядь, там нахуя? Пидорасы. Да все внутри. Так, ну ладно, сейчас их подорвём. Конечно, они там взлетели все на воздух, нормально. Так, теперь надо бы надвигаться. Не просто эта задача. До точки С. Там три еще ящика будет. Вот саму ТКПху я вижу, сколько до нее. Смотри, полкило. Ты, блядь. Откуда? Вообще пизда. Слушай, туда был брошено заряд. Си-4, ему похуй. И продолжают просто долбать. Ну-ка, давай. Пидорас! Да нет, уже все. Там-то... Ой, ну ебаный в рот. Ты уже устал нажимать-то не то. Да же из точки А штурмовать. И что ты по ошибке... Проще, видишь, тут из точки А же эти штуки. По ошибке получается, то нажимаешь. Так, ну давай того гранатометчика ликвидируем сразу. Может по реке попробовать пробежать. Ну, сейчас посмотрим. Скотина ты, ёбаная! Так, нормально. Точка там, за мостом. Да, туда и надо идти. Какие-то далеко, блин, могут снять. Очень далеко идти. Так, на каком она хоть берегу? Да на том. И по пути там еще будет ящик где-то. Блять, они тут, сука же. Так, стоп. Вот там стоят.
Давай, увеличивай аккуратно их. А! О, типичные автоматчики из операции Тайфун. Эти индонезийцы. Индонезийские повстанцы. Классический, как бы, повстанец. Так, ну вот куда-то сюда. Блять, вот эта хуйня. Давай туда кидай парализатор. Давай. Там могут стоять наверняка. Пошел. Так, есть. Yes. Внутри. По недосмотру, наверное, поставлены вовнутрь. Это хорошо на меня действует. Так, ну чё? Так, осмотримся. Давай-ка заруфим этот домик. Так, ну что тут до КПХ остается 160 метров. Короче, КПХ рядом. Ой, блядь! Что-то, сука! Как глупо так ебаный в рот. Сейчас очень глупо сдох. Вообще не профессионально, как говорится. Ладно, пошли по новой. Мосты качаются, что ли? Ишь, качаются. Догадался сделать качающиеся мосты, а водой не догадался. Даже легкой ряби сделать. Вот удивительное дело, рябь-то могли бы сделать. Она везде, где бы тут не посмотришь, такая стоючка, по сути. Течения нет. Ни ветра, ни течения. Хотя даже в древних играх Еретик, Гексон, там был и ветер, и течение, причем можно силу было даже задавать. То есть сделать не проблема. Это явно недоработка. Ну и когда мертвая тишина, чего там классно. Ясно, что тут что-то атомный удар, что ли, нанесен был. Не очень это классно. Потому что там вот говно стоит, давай его сейчас ликвидирую сразу. Давай. Так, все взяли. Всем остается этих зерка. Короче, надо теперь добивать все красные мишени, как говорится, как он их называет. Красная мишень или красная точка, неважно как называть. Важно делать. Ну тут все. Конец, короче говоря, зоны. Так, смотрим. Нет, тут все окей. Да, слушай, две точки ликвидировать. Да, и там он еще, слушай, у точки D. Я вот вижу еще три даже точки. Ну что, надо ходить. Наверное, вот сюда надо идти. Ну так-то обнаружить не проблема. Да, ну да. Будки эти издалека видны. ЗРК вот посложнее, но они зато отмечены тоже красными точками. Так,
принципе, что их тоже. Они, кстати, я смотрю, ЗРК вблизи вот этих командных пунктов стоят. Ну, командных точек. А, Б, С и Д. Вот там и были эти ЗРК. Так, нормально. Хех, паразитка. Так, нормально. 16 ящиков осталось. Так, ну теперь надо двигаться в направлении Д потихоньку. Пизда! Обязательно это еще сволочь стоится. Ну ее там не видно же, понимаешь? Сейчас хоть стингеристов-то нет, это хорошо. Ну, можно ради прикола, чисто по фану пройти через этот грот. Нормально пробежали. Чисто по фану. Так, ну давай туда к точке Д надо направление держать. Че, берем, наверное, точку Д вначале. Если получится. Во! Да стоп, стоп, стоп. Давай туда уж теперь идем, потому что наверняка там. Это нечисть затаилась в этой будке, в этой. Да, именно будки, так и называем, будки. Это вот из классической игры там такой. Так, ну-ка давай-ка. Нет, все нормально, так, так, так. Так, вот хорошо, что там гранатометчиков-то ликвидировал в самом конце. Теперь их нет, то мы сейчас бы уничтожали все время. Так, нормально. 15 тысяч. Короче, тут готов вам. Так, ну идем туда. Ой. Ой. Так, короче, надо бы на вот. Так, ну-ка, сейчас погляжу. Ну все, короче, тут вот вблизи того ангара остается последний этот объект, как говорится, будка. И как вроде бы и все. Ты, блядь. Так. Ну ты сволочь, просто сволочь. Чё ж ты творишь-то, скотина? Ну-ка. Чё, тут не глубоко, вода такая мутноватая. Ну не особо ядовитая, потому что есть места, где как канализация, что ли, там. Так, ну там я уж побывал, да, у ангара. Короче, давай кидай на всякий пожар. Ты пизда, блядь, ебучая. Так, ладно, все нормально. Отходим. Четырнадцать остается штуковин этих. Так, а сколько их там было поначалу, я уж и не помню. В общем, 14 остается ящиков и 6 батарей. Ну, выдвигаемся потихоньку. Сейчас надо все. Я даже не знаю, что делать. Лучше в город проникнуть, наверное. Потом во вторую зону после города идти. В принципе, порядок может быть любой, но давай будем делать по порядку. Город огороженный стеной. Тут, да. Такой город. Ну чё, залезаем сейчас в него. Так, а где? А, ну да.
Хорошо, вот тут ты гранатометчиков всех перебил. Был бы очень плохой вариант, если бы они были бы целы. Так, ну, короче. Чё? Давай увеличим, чтобы видеть. Вот там, видишь, стоят эти мишени красные. Точка Ем. Город Ем. Не так много в городе. Раз, два, три. Три каких-то объекта в подворотнях. И вблизи точки Е вроде как ничего нет. Ну и идем. Не знаю, сильное будет сопротивление в этом городе, нет. Пока неизвестно. Так, тут интересно. Ёб ты, блядь! Засада. Слушай, из огненной зенитки. Они, видишь, положили бетонные эти бордюры какие-то. Падлы. Что-то там у них нехорошо. Так, ну-ка давай-ка. Вот она, вон. Давай туда гранатами. Уж с первого-то раза не понимаешь, что там творится. Сразу понятно, что дело сделано. Да. По воплям сразу ясно. Так, ну чё, вот такой городок. Городочек, городок. Липы шепчутся в рядок. Подмосковный городок. Липы шепчутся в рядок. Мы сейчас поставили две восьмерки расстреливать. А и специально положили, надо бы так, фоешь. Пизда. О, как ствол задрался. Да. А это, наверное, тормозные цилиндры какие-нибудь стоят. Так, ну, короче. Тут надо бы увеличить, потому что нифига не поймешь. Как, впрочем, и тут. И что, тут надо чистить. Выдвигаясь к точке Е постепенно. Ну, пошли по кварталам, короче. Что делать-то? Я думаю, их тут вряд ли очень много будет. Ну, идем. Идем охотимся. Городская. Вышли на тропу войны, как говорится. Ой, блядь, блядь. Они, слушай, безопасны или не? Они, слушай, а это ерунда, короче, пусть летают. Сейчас позырим, короче. Появились ранцы. Я думаю, они трогать тебя не будут. Пусть летают. Вроде как они не агрессивные. Пусть летают. Раз летает, им охота, так пусть летают. Пташки. Так. А уж если будут нападать, тогда ничего не сделаешь. Такое количество в одиночку нифига не делает. А, слушай, в этом городе ЗРК, похоже, будет находиться. Чисто, чисто город, где зенитки поставили. Ну, хорошо. Пять остается ЗРК. Так, ну что, давай тогда идем туда. В западном направлении сразу же чистить. А потом уже пройдем туда, в сторону точки Е. Ну, будем сейчас двигаться. Подпевают электричкам ткацкой фабрики. Блять, это ракет. Сволочь. Ты хрипящая сволочь, охуела. Так, нормально. Постоянно, Ой. Их тут, короче, они в одиночном тут виде. Патрулей тут нету никаких. Но надо все равно поглядывать. Так, идем. Так, а это ж... Ну и что, они тебя будут? Ебошить, как говорится. Оттуда. Будут ебошить-то? Вот сейчас посмотрим. Вроде как не трогают. Я тебя бы уже давным-давно убили, если бы решили бы ликвидировать. Вот их слышны реактивные ранцы. Ну, просто летают у тебя, понимаешь ли.
Полетать им захотелось, так что с ними их возьмешь. Просто летают летуны, ты все. Не надо их трогать. Не надо трогать их. Это как это? Чё летит-то? На корочка в Аптрон полетели. Это такая идея. Чуваки летят. Летят не птицы, а чуваки какие-то. Да. Нахер ходить по земле, когда есть возможность лететь. Так, ну кто? О, там их двое. Так, подрываем. Таких вот закутках прятаться можно. В эти-то дома зайти невозможно, они же с блокхаукдаунцем. Так, короче, надо нам... Остается последнюю дозенитку ликвидировать. Вот сколько их там летят. Пташки. Ну, которые безопасны, я их пташками называю. А уж те вонючки, которые нападают, это, конечно, очень плохие плохиши. Я их просто страшно ненавижу. Так, ну и... Ух ты, блядь! А, нет, пизда. Пизда. Ну и выдвигаемся по новой. Там остается последний ЗРК. И надо будет точку Е захватить на выходе. Огневых вроде тут точек нет, кроме этой зенитки. Да, может там на выходе будет еще, правда, одна статика. Возможно. А не знаю, как этот городок назвать. Хиред его знает, как его там назвать, не знаю. О, там лодка. Так, слушай, давай туда парализатор. Что-то непонятно, нихера. Пошел последний ЗРК ликвидирую. Так, нормально. Три ЗРК сложил. Ну что, надо к точке Е пробиваться. Ну, блядь. На реке хередовая вещь. Вот как надо как-то думать, как там пройти. Третья уже зона. То есть, ну не третья. Город как бы. Ну там будет третья фаза, короче, операции. Еще надо выйти отсюда. Пока что-то как-то хреново. Лодки, видишь, там плавают постоянно по реке. Ну, сейчас посмотрим. Либо шепчутся в рядок. Подпевают электричком ткацкой фабрики в рядок. Че делать-то так, блядь? Сейчас он опять свалит. Это, сука, с этой мышью ебаной, вот очень сложно сделать. Потому что она нихера не работает нормально. Так, ну, тут вообще выйти-то можно где-то? Или только там? Нет, можно. Не, можно, можно. Блять! Ты пизда опять по новой. Надо думать, как отсюда вылезти. Пока идет какая-то хуйня. Сейчас будем думать.
Да неважно, тут надо вот перебежать в северную часть города. Ну, город настоящий, да. Тут какие названия? Каменный там какой-то. Или заброшенный город можно назвать. Можно, да, назвать заброшенный город. Что, война идет, как бы, бегем. Народ вышел из него. Остались какие-то боевики только. Давай сюда аккуратно. Сразу смотрит, сука. Так, давай продвигайся в сторону точки Е. Блять, тут все так опасно, сука. Давай сюда, тут вроде как можно пролезть. Так, вот она. Пидорас, ну-ка. Ты говно ебаное. Да брать, брать. Ну все, теперь хорошо. Подожди, откуда он тебя херачит? О, там танки катаются. Алло, алло. Надо брать тогда джавелин. Сейчас это зона 2 уже. Зона 2. Так, стоп, стоп. С одного выстрела сразу будет. Классно. Ну а где танк-то? Так, зона 2. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну-ка, где? Так, нормально. У пидорасы. Чтобы их снять. Блять. Давай, снимай. Такой у них затык там образовался. Там не танк ли катается? Ну там лодка плакальная будет. Катер патрульный. Все нормально. Доплавался. Бензобак, видишь, как высоко помещен. Ну, с такой здоровьем ты, конечно, далеко-то не сдвинешься уже никуда. Ну, можно сейчас там патрульном катере что-то попробовать. Проплыть. Попробуем в сторону точки F проехать. Два мотора. Да пизда. Как видишь, далеко ты не ушел. Сраный танк надо он прикончить. И в конце точка ищет. Купола там вот эти, наверное, они летают там. В куполах, наверное, ничего нет. Ну-ка, стоп. Так, ну-ка сюда давай. Пизда, блядь. Так, где еще? Так, ну вроде как чисто. Слушай, там вон вдалеке они есть. Так, во, хорошо. Подожди, подожди. Да подожди ты. Ой, как далеко.
Так, ну-ка. Сложно поймать, далеко очень. Что-то танк-то дымит. Все нормально. Такое еще одно. Сразу привет посылаем. Так, где танк катается? О, он взорвался, охереть. С какого бузуна, наверное, что катался по воде, может, его там повреждало. Ну, хорошо. Надо будет взять тогда обратно огнемет тогда. Нафиг тебе. Шевелин, получается, он мне не нужен. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, блядь, сука. Давай, давай, давай. Ой, ой, ой. Дай, кидай парализатор туда. Уходим. Вон, город этот торчит. Прикольно. 13 еще. Или там еще что-то катается. Да, тут надо продолжать эту атаку. Желательно брать точку F. Вот так выглядит зона Дельты 2. Зона русел, точнее даже. Дельта русел. Так, вот теперь... Ой, стоп, сажал! Так, он там вдалеке стоят, давай их активируй. Так, ну вот, короче, тут вот вид-то неплохой, как говорится, на всю зону. Поэтому надо их ликвидировать. А чё они? Чё за хрень-то? Как будто его нельзя стрелять, почему нельзя? Явно же это враг. Слушай, там нафига. Давай-ка присядем, а то что-то как-то. Так, нормально. Крайне не нравится этот ебучий танк. Нахуй. Так, ну и чё тут? Так, 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 вот тут еще надо бы, да, их?
Так, ну-ка давай-ка сюда. Вот вид на город такой. Пташки, к счастью, безопасные. Просто так летают и все. Сейчас вон сюда полетели. Сможем понаблюдать немного за ними. 10 ран. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 3, 4, 5. Даже 9 их нет, их 9 штук, короче. Летят перелетные птицы. Хороши птицы. Птички хороши, птички хороши. Там он агрессивно оказывает сопротивление, суки. Да, надо там... Как-то надо вот туда пройти. Вон они летят. Прикольно. Летуны. С этой стороны северный город ничем не огражден, хотя вот стена туда дальше идет. Блин, вот тут у них узел обороны, надо, короче говоря, как-то его отдыхать. Ой, там еще что-то есть. Стоп, стоп. Блин, вот куда вот направился? Давайте красная точка, это не говорит. Ладно, давайте прижу вызову. Какие, смотри, какие листья прикольные. Так, где она? Блин, эту суку теперь потерял. Там вон ЗРК, короче, стоит. Наверняка ее кто-то охраняет. Не вижу ее, нифига. А вот он. Пидоры, видишь, пытаются стрелять. Ну что, туда смотаемся к этому ЗРК-то там. Ух ты, пизда! Такие тут одиночные чуваки стоят в некоторых местах. Всё, пизда. На Evil Bob, кстати, вот эти карты, это какой-то Evil Bob, вот там такие же идеи, что какие-то сектора, которые надо зачищать. Скученные какие-то стоят сектора, которые надо зачищать. По сути, тут такая же задача. Вот он, вот он. Колесико мыши очень важную роль играет. Ведь в древних мышах вообще колесиков не было.
Вообще были мыши, там одна кнопка была, потом две сделали. Долгое время вообще с одной была кнопкой. Никаких колесиков там не было близко. Колесики это потом в Windows появились. В DOS же колесики они мало так роли. Короче, нужны. В Norton это вот, например. В DOS вообще мышь особо не нужна. Если только в каких-то программах или играх. Да, в самом DOS там мышь не нужна, там же все набивают в любом случае с клавиатуры. В Norton вот мышь большую уже роль помощь стала оказывать. В таких вот программах типа Norton. Так, уродина. Ну чё, надо к точке ВФ выдвигаться. Где она там? А вот она, да? Так, 230 метров. Идти туда еще прилично. Ну, пойдем. Обходить ведь надо было, иначе ликвидируют. Ну, к счастью, что пташки ходят им безвредные. Ракетчики-то это была бы полная пизда, если бы там ракетчики появились. А в одной херне они даже еще и бутылками забрасывали. Если проще пизда, полная. Так, ну уже совсем лет, наверное. Танка тут только два было. Хорошо. Так, кидаем. Двенадцать осталось ящичков. Так, вот сейчас позырим, что надо делать. Так, так, вот там дальше еще E, F, G. И H. Ну, давай с точки G начинать, что ли. Вон она, вон. Ух ты, да. Чё-то хера не понять, где они там прячутся. Давай туда парализатор. Тут в зоне 2 много одиночек раскидано по карте. Вот там гадина какая-то. Ну-ка давай-ка. Да, блять, его еще хер. Стоп. Туда что ли тогда смотаться? Вот там, слушай, здание будет в конце. Вот командный штаб-то у них вот в этом здании. А местность так, так вся огорожена, короче. Понял? Что стреляют? Короче, расстреливают, падлы. Ну чё, давай тогда с точки Е идем. С точки Ж. Чё там расстреливают? Остается буквально последняя задача. Всё сделано. Вон его башка появилась. Первый-то там гранатометчиков много было, а тут вот больше. Вот это, да? Да нет, нет, нет. Так, ой. Так, тут, короче, надо еще идти, идти. Вон говно стоит. Да, блядь, что? А что это он?
Что это такое за херня-то? Вообще хуйня какая-то. Как вон такая закапыха. 686, видишь, как далеко отойти. Ну давай туда сейчас пойдем. Ой, блядь, там какая... Ой, там танк. Танк, сука. А чё, танк, получается, возрождается? Понял. Юморка такого. Сразу эту мразуту снимем. Так, ну тут никого не видно. Там где-то гранатометчик. Так, чисто. Вот смотри, тварь стоит. Так. Хорошо. Блядь, на танках катаются. Сука. Надо их там подбивать будет. Да, вот надо идти. Идти, идти. Ой, ты... Блядь. Вот видишь, не ту точку выбираешь. Подожди, не. Опять с точки Е действовать. Их, слушай, отсюда не подбить. Местность вся кривая. Надо вот именно из того района стрелять. Танки. Все готов. Больше-то нету. Еще пока не понятно. Блять, этот танк опять поехал, вот тут он возвращается. Так что, короче, танк все время возрождается. Правда, его легко там уничтожить, ну. 11 ящиков. Давай КПХ возьмем. Там вон, я вижу, гада стоит, стоящего, ну. КПХ, святой, как говорится. Точка Ж взята. Ну, успешно делаете, чуть-чуть. Так вон еще одна, сука. Хорошо. Да, дело идет все неплохо. Этот джавелин использовать. Никто
точке H надо теперь направляться потихоньку. Вообще тут надо все теперь расчищать будет. Возник тут еще много. А так в целом направляться в сторону точки H, а там уже и сфера. В купалах у них там склады, оно. В принципе, оно не нужно для игры. Вместо... Вот, вот эти купола показались. Ну там у них склады. Техники, склады техники. Ну, лодки, похоже, стоят. Кстати. Ну, можно будет взять лодку, поплавать. Просто. То есть пока надо в любом случае заполнять это дело. Дофига их. Так, давай осмотрим. Танк практически с одного выстрела ликвидируется. Так, хорошо. Ну там лодки стоят у этих куполов. Ну, обязательно. Стоп, там гад. Это когда большое количество народа, можно просто брать лодки да помогать друг другу. Давай, тут рядом еще точка, вон давай. Ну да, там, слушай, подожди, там какая-то пушка стоит. Давай вот его снимем сейчас сразу. Давай-ка, подожди, только внимательно сядь. Тут сложно будет попасть-то, блядь. Все, сразу снят. Угу. И вторая ведь там, слушай, зенитка-то есть. Блядь, вот как к ней выйти нормально? Ну, сейчас посмотрим, может будем обходить. В упор расстреляют из двух зениток, поэтому надо быть аккуратным. Давай осмотримся. 9 ящичков осталось. Там что-то... Шумит в этом куполе мотор, короче, какой-то. Надо будет поглядеть. Катер, что ли, там патрульный ходит. Ну, посмотрим. Выходит, к точке И я даже раньше ушел, чем к точке H. И, наверное, я ее первой и возьму. Получается. Ну теперь я уж сюда пришел, зачем? Оставлять-то на потом, как говорится. Ну давай, слушай. И главное, с тыла и будем отсюда уничтожать. И даже, может, так лучше было бы, кстати.
С самого начала-то, с тыла. Ну. Какая разница, как говорится. На тыл-то они внимания вообще не обращают. Так, ну что, давай по коробке этой пробежимся. Ну, слушай, тут... Стоп, стоп, что делать-то? Сай сидит, не сечет. Не сечет. Нормас, нормас. Стоп, стоп, стоп. Как я и обещал, я взял точку И раньше. Да, блять. Прицел ходуном ходит. Ну нормально, нормально. Ну, короче, в этой коробке тут тоже. Сам понимаешь, что-то сосредоточено. Ну, вначале будем не коробкой этой заниматься. Прикольное такое случай здание. А смотри, как они интересно, кстати, сделали. Они ну, зенитки, это понятное дело. Коробки трехэтажные. Она из... На нее, слушай, не вверх ли ногами поставили еще одну коробку. Получилось как бы П-образное здание. Так, стоп, стоп, стоп. Хорошо. Танк. Короче, задача идти к точке H. Она там недалече, сейчас возьмем и до остатки в зоне в этой добьем. Красный. Видишь, когда точек-то еще много. Поэтому будем сейчас аккуратно будем чистить. Да, тут еще пока дел много. Ну, тут это уже такая рутина. Чисто. Тут херово, давай-ка, давай-ка. Позырим. Паразитка такая. Стреливать удумала. Так. Так, тут не, пока не поясно. Давай к точке H. Сейчас идем. Ну, будки эти по пути будем уничтожать. И дойдем до точки H. Берем последнюю КПХ, которая вышла точка H, получается. Так, и теперь твоя задача, стоп, стоп, стоп. Просто доделать дело, короче. Да, осталось то, что доделать, да и все. 6 или нет, вернее, 7 осталось ящиков, а сколько АЗРК все ликвидированы? Блять, вот блять, ну что делать? Ну, видишь, приходится с одного переключать на другое. Нормально. Возни, видишь, дофига. Я не могу. Одно, у меня две мыши, получается, под рукой висят. Да. Старую-то мышь вот вскрыть очень легко. А вот эту ебаную рейзеровскую, она вообще не вскрываемая. Короче. Так, нормас. Шесть осталось ящиков. Короче, надо продолжать это дело. Ну,
сейчас вблизи еще ликвиди... Там еще один остался в центре. А так в целом будем идти туда, в сторону точки Ж. Там еще остался. Ты, блядь. Нормально. Давай парализатор. Какая-то сволочь откуда-то стреляет, давай позырем. Я вот не вижу. Пока ее не засек. Ну такая карта, она, честно говоря, больше однообразная, чем сложная. Ну, местность в целом такая веселенькая, так. Таких отвращений не вызывает. Наша команда это вообще больше быстро бы была пройдена. Сейчас бы рассредоточились по разным пунктам. Быстро бы сделали. Так, стоп. Хорошо. Практически все, конечно, вычищено. Но вот одиночные какие-нибудь вредители могут еще находиться. Вот остается три всего пункта. Да, три последних точки. А так дело подходит, в общем-то, интенсивно к концу. Так. Четыре ящика посадил. Да, блядь! Вот ты сука! Так, ну... Ну смотри, да хуя! Давай аккуратненько. Выстрели, как говорится, свой гнев. Ты там хер увидишь, давай. Блин, я вот не... Ну, нет, нет. Отлично. Угу. Вот туда надо идти. Последние два ящика, оставшиеся в зоне. А сколько остаются? Четыре. Так, четыре. Ну, там еще и ЗРК, наверное, будут стоять вот в этом здании командном. Вот эти два ящика. Уже теперь все понятно, сейчас доделываем. Точки все уже захвачены. По сути, все это в стадии доделки. Поначалу было. Ой-ой-ой. То есть из патруля стоял. Ну не из патруля, а дозорный. Так, первая будка готова сейчас. Вот там сидит гад. Три ящичка осталось. Ты подожди, в правильном идет? Что здесь, тут говно? Ну, давай, давай. Так, ну чё? Нет, вот тут осталось еще одна будка сзади. Туда надо сходить.
Танк сам что-то уничтожается. Надо вообще это на этот танк просто не подходить, все нормально. Ну чё, куда двигаться? -то? Так, никого. Ну, могут все равно из танка подбить. Будьте аккуратны. Ну, все, два ящика остается. И ЗРК какой-нибудь, наверное, там внутри стоит. Вот, собственно. Зона этих протоков 2 зачищена. Полностью. Тут долго бегать, видишь, территория это, в принципе, по размерам приличная, поэтому за секунду ты тоже ничего не сделаешь, потому что надо мотаться везде. Причина вот в такое. Ну, перекрестный огонь можно попадать. Поначалу что-то было трудновато. В первой зоне-то я попал. Город вообще простой. Тут все-таки попроще. Сейчас навестим купольные дома, а потом... Тогда, значит, пойдем уже командное здание чистить. Ну, там врагов-то, наверное, очень мало будет. Не знаю, где они там спрятали. Посмотрим сейчас. Давай вначале с купольными куполами посмотрим. Так, это значит левый купол, еще есть правый. В принципе, это не нужно ничего делать, конечно. Странно, откуда там твоя лошадь подходит. Можно брать их. Там что-то сбоку походу. А где они возрождаются, их силы? А, ну понятно. Да блять! Вот хуёво. Там они забились, короче. Забилась лодка там, короче, в угол. Сейчас хуёво мог бы сразу пройти. Придется по новой. Ну а тут стоят. Еще он там залит водой, тут просто лодки стоят. В правом просто лодки, в левом еще и патрульные есть. Катера. Тут никакой охраны уже нет. Просто база лодок. Чистой зава 2 положил. Да. Прикольная такая, честно говоря, объект. Ну, кроме лодок, ничего интересного.
Ну давай попробуем этот патрульный катер. Так в целом надо кончать это. И чистить это здание, это командная битва. Местность тут вся огорожена дальше. Я только осторожно. Надо целом добить. Давай, подавай вперед. По пар. По, как говорится, по кругу. По малюсенькому. Да, нормально. Странно, что не достает. Все, готово, готово. Ну вот, а то можем взять патрульную лодку, да поплавать. Видишь, тут можно сидеть и так, как хочешь. И так, и сяк, на лавках. Ну, в принципе, лодка, конечно, гнилая. Даже вверх еще не поднимаешь. Поплыли. Давай по фану раз наплывем. Если получится по всей вокруг. Так, единственное, что у них прикольный вид, вот моторы так крутятся, а так полное говно, короче. А чисто для красоты. Боевая ценность очень маленькая. Это такая патрульная просто лодка. Моторы как крутятся. Как-то прикольно. А слушай, он даже случай сделал, у них винты крутятся. Ведь обычно тут ни херена ничего не крутится. Даже слушай, винты проворачиваются. Такая же классно. Вид такой не красивый, боевая ценность. Спасательный круг вместе с этим. Ой, блядь. Выходи обратно в реку. Да не в реку, в русло. Ну, к точке и практически прямо прибываем. Совсем рядом. Так, теперь твоя задача наверх залезть.
Так, слушай, надо думать, как найти путь наверх. Тут что-то пока непонятно ни хрена. Как наверх-то проникнуть? А задача-то именно на крышу вылезти. Тут же прямых-то путей на крышу нет. Надо искать. Давай думать. Гадать. Где путь на крышу? Что-то не, я ни хрена не понял. Скажи, где путь на крышу-то, блин? Давай искать. Как-то ни хрена ничего не пойму. А ну, тут какая-то, слушай, где-то лестница, да, ведь есть? Вот надо сюда идти, сюда. Давай, в левое крыло левого здания. Сейчас будем искать. Блин, а что за хрень? Нет, здесь нет. Давай дальше. А ну вот все, да, в последней комнате лестница есть. И, соответственно, в той, там же тоже есть. А ну все, вот я выбрался. Ну, только вниз не завались. Так. Но это не все еще. Надо будет наверх той коробки второй подняться. Сейчас давай тогда эти зеркалики. Ой, ну что делаешь-то, блин? Наверное, что никого вообще в живых не осталось. Все нормально в этом смысле. Так, один ЗРК остался. Однако там еще два ящика боеприпасов на ранге. Все эти ЗРК ликвидированы. Поднимаемся наверх тогда, значит. Так, ты видишь, тут прямых путей-то в этих коробках наверх нет, но, видимо, где-то есть. Вот. В правой части здания тут. Так. Ну, блядь! В этой. Короче, там у них, как это сказать, чердак. Вот они на чердаке сидят. Ну, как бы, если в здание вошел, по правую руку надо идти. Направо до самого конца, вторая комната слева, короче. Вот тут лестница сделана. Так, ну-ка давай-ка аккуратненько. Только главное, не загреми вниз. А так в целом все нормально. Вот там, в общем, сволочи на чердаке сидят. И усами шевелят, как говорится. Надо вот сейчас их ликвидировать. Такие виды открываются, кошерные, в общем-то. Такс. Такс. Блин, тут надо быть аккуратными. Сейчас тебя снимут. Вот, слушай, они сзади причем стреляют. Давай аккуратно. Давай туда, кстати, вот парализатор. Оп. Ну-ка, стоп. Все. Доорались. В общем, короче, два ящика стояло на чердаке возвышенного здания. Так, вон такой вид вниз. Так, ну, короче, легко их уничтожить. Сейчас, видимо, конец карты кроссовер будет. Кроссовер. Да, в общем-то, и команды не нужно особо. Все, конец. Well done, gamer, creator, the mist. Так, Джон набирает 1378 очков, 215 фрагов. Фрагов-то немного, две роты. Ну, вот такая интересная карта кроссовер.